Всем привет, друзья, канал Мусалим. По работе у нас Citroen Jumpy. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию двух дверей. Разобрали мы обшивки, краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, на такую большую площадь, вот такой вот квадрат вибры. Слышите, как звенит. И по правую сторону проклеили, уже предварительно обработали поверхность и проклеили первый слой вибропласта. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. Всего их будет 3 слоя. В дальнейшем видео покажу вам, какие слоя мы дальше клеим. Итак, показываем еще 2 слоя, которые мы проклеили в дверях на автомобиле Citroen Jumpy. У нас второй слой вибропласт. Толщина его 2 мм. И по правую сторону проклеили заключительный 3-й слой шумопоглотителя. Толщина его 15 мм. Остается нам собрать обшивки, и автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!